Итак, что ты теперь чувствуешь? Ну, это был ураган. У меня всегда были свои демоны, и поэтому я ушел. Чё, как, Джимбо? Привет, мистер Линдзи. Этой осенью. Но иногда у меня возникает тяга, от которой не отмахнешься. Воу, воу, полегче. А чё, проблемы? Просто у меня пунктик насчет крови. Темный попутчик ждет. Каждый день я иду по этому миру, притворяясь. Понимаю, что если кто-то узнает, кто я, то всему конец. От прошлого можно спрятаться, но нельзя сбежать. Главное — слиться с окружением.